Бизнес-инкубатор по выращиванию новичков. Объявлен очередной конкурс на предоставление офисов в Центре развития бизнеса Ненецкого округа. Заявки от потенциальных резидентов уже принимаются организаторами. Кто может воспользоваться комфортными условиями для развития собственного дела, узнала Любовь Пермякова. Молодой предприниматель Илья Кадикин показывает нам свои владения. Комплекс отдыха на природе, включающий в себя два деревенчатых домика и беседку. А вот это у нас гриль-домик. Мы построили его в том году. Каркасная технология, то есть зимой и летом, в принципе, зимой не жарко, летом не жарко, зимой не холодно. Сюда, в Центр экологического туризма, и летом, и зимой приходят гости. В холодное время года покататься с горки на санках, ватрушках, летом отдохнуть на природе с семьей или друзьями. Уютные домики в живописном месте, мангал и качели для самых маленьких посетителей привлекают жителей округа. Чтобы клиентам было удобно заключать договоры с представителями турбазы, с января этого года Илья и его команда переехали в бизнес-инкубатор. Располагались тоже в городе на Полярной мы были, вот сейчас переехали. Можно сказать, основная причина, почему переехали, это экономическая. Здесь достаточно хорошие условия для предпринимателей, низкая арендная ставка, вся инфраструктура, плюс все равно центр города. То есть нам нравится, нам удобно. Очень удобно вести свои дела в бизнес-инкубаторе еще 10 предпринимателям, ведь для выращивания новичков созданы все условия. Каждый кабинет оборудован мебелью, обеспечен телефонной связью и интернетом. Здесь предприниматели могут получить помощь по юридическим, финансовым и организационным вопросам. Срок размещения в центре не более 3 лет. По словам специалистов, этого периода достаточно, чтобы встать на ноги и уйти в свободное плавание. Чтобы как можно больше предпринимателей имели такую возможность, 1 августа стартовал очередной конкурс на предоставление офисов в бизнес-инкубаторе. К основным условиям, предъявляемым предпринимателям для участия в конкурсе, относится обязательная регистрация на территории Ненецкого автономного округа. Срок деятельности предпринимателя не должен превышать 3 лет. И у предпринимателя должна отсутствовать задолженность по платежам налоговым и иным платежам бюджетной системы Российской Федерации. При отборе участников будут учитываться социальная значимость и актуальность бизнес-проекта для округа, его конкурентное преимущество и финансовое обеспечение. Заявки от потенциальных резидентов принимаются в Центре развития бизнеса НАУ по улице Ненецкая, 3, с 1 по 15 августа. Итоги конкурса будут подведены 23 числа. Сейчас в бизнес-инкубаторе осталось всего 2 офиса, на которые могут претендовать предприниматели. Их площадь составляет 6,20 квадратных метров. В будущем резиденты арендуют их по льготной цене, всего 360 рублей в месяц за квадратный метр. Также новички бизнеса будут иметь возможность пользоваться конференц-залом для проведения деловых встреч, а также получать бесплатные консультации от специалистов Центра по развитию собственного дела. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».